Десятки жителей из 27 регионов России присоединились к акции «Привет, Пекин» – своеобразному ответу наших рукодельниц китайским вязальщицам, создавшим для победителей Олимпийских игр 1251 букет из пряжи. Среди участниц конкурса и активные долголеты из Центра социального обслуживания «Вера». Чтобы поддержать наших спортсменов на Олимпийских играх в Пекине, решили сделать вязаные букеты. Каждый вяжет по цветочку, потом мы собираем. Нина Васильевна Ищеркина увлеклась рукоделием 50 лет назад. Вязала одежду, предметы декора, да и цветы ей создавать не впервой. Поэтому она с радостью откликнулась на предложение сделать букеты из пряжи для российской сборной. Смотрим, болеем за всех переживаем. Все виды спорта, и лыжники, и хоккеисты, и все. Мы за всех смотрю с удовольствием. Ученики Видноского художественно-технического лицея также решили поддержать российских спортсменов на Олимпиаде в Пекине и взяли в руки краски и кисточки. Я нарисовала биатлониста, потому что мне очень нравится этот вид спорта. Несмотря на то, что они не выиграли медаль, они заняли 3-е место, это тоже очень хороший результат. Мы с классом нарисовали лыжников. Я решила нарисовать Наталью Непрееву. Почему? Это твоя любимая спортсменка? Ну да, просто очень хорошо выступает. Я нарисовала лыжный спорт, потому что люблю лыжи. Я нарисовала Александра Большунова, победителя в эстафете. Наши хоккеисты вышли в полуфинал. И это должна быть наша победа. Это очень большая игра. Мы за них болеем и гордимся ими. То, что они вышли в полуфинал. И надеюсь, то, что они выиграют. Ребята изобразили различные виды спорта, но больше всего работ посвящено российским фигуристам. Я посвятила свою картину спортсменам по фигурному катанию. Мы очень за них болеем и желаем им побед. Ведь им сейчас очень трудно, и наша поддержка им очень нужна. Мне очень нравится фигуристка Камила Валиева. Она заняла 1-е место по фигурному катанию. Я так счастлива, что хочу быть как она. Давай. Я нарисовала талисман Олимпийских игр в Пекине, так как я очень люблю фигурное катание. И мне очень нравится, как они красиво катаются на коньках. Поэтому я нарисовала Мишку Панду на коньках. Всего ученики ВХТЛ нарисовали более 100 работ, 40 из которых размещены на выставке, посвященной Олимпиаде. Мы говорили с ними о видах спорта, о разных. Но дети, они сами классом... Я делала в основном коллективные работы. И классом решался, какой вид спорта. Ну, здесь представлены самые популярные в нашей стране. Мы старались рисовать в школе, в классе, на уроках. И помимо уроков у нас еще есть внеурочная деятельность. Вот ребята старались, прибегали. Дети были очень воодушевлены. Им прям вот хотелось. Они следили за новостями. И каждый раз прибегали, мне сообщали. Лучшие из представленных на выставке работ отправятся на конкурс всероссийской акции «Знаем, любим, поддерживаем». Организаторы обещают передать рисунки олимпийцам. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.